Я люблю, когда в юмористическом рассказе присутствует какой-то художественный прием. Желательно, чтобы прием был комическим. В данном случае рассказ с литературным каламбурным приемом. Все слова на букву «П». Ну, я же Петросян, я люблю эту букву. Встретились четыре лингвиста. Англичанин, немец, итальянец, ну и, естественно, русский. Речь пошла о том, чей язык лучше, ярче, интересней. Русский промолвил. Скажите, могли бы вы на своих языках составить небольшой рассказ, ну, с сюжетной линией, и чтобы каждое слово начиналось с одной и той же буквы? Это озадачило наших собеседников. А на русском возможно. И я прямо сейчас могу вам это доказать. Петр. Петрович. Петухов. Поручик 55-го пехотного подольского полка получил по почте письмо. Полное приятных пожеланий. «Приезжайте!» — писала прелестница Полина Павловна Перепелкина. «Поговорим, помечтаем, погуляем. Приезжайте, Петр Петрович, поскорей!» Поезд прибыл после полудня. Приветствовал Петра Петровича почтеннейший папаша Полины Павловны Павел Пантелеевич. «Просим, Петр Петрович, проходите, присаживайтесь поудобней!» Появился плешивый племянник, представился Пантелей Платоныч Поликарпов. «Просим, просим!» Появилась прелестница Полина. Полные плечи прикрывал прозрачный персидский платок. Поговорили, пошутили, пригласили пообедать. Подали плов, печенку, паштет, пирожки, пирожное. Пол-литра! Померанцевый плотно пообедали. После плотного перекуса Петр Петрович почувствовал приятное пресыщение. Полина Павловна предложила прогуляться по парку. Перед парком простирался полноводный пруд. Прокатились под парусом по пруду, прогулялись по парку. «Присядем!» — проговорила Полина Павловна. «Присели!» Полина Павловна придвинулась поближе. Помолчали. Прозвучали первые поцелуи. «Поженим, поженим!» — прошептал плешивый племянник. «Поженим, поженим!» — прокричал подошедший папаша. Петр Петрович подскочил, побледнел, пошатнулся. Потом подумал. Полина Павловна — прекрасная партия. Перед Петром Петровичем промелькнула перспектива получить поместье. Поспешил послать предложение. Полина Павловна предложение приняла. Поженили! Приходили приятели, приговаривали. Прекрасная пара! Прекрасная! Все признали, что русский язык — самый лучший язык в мире.